44-летняя Анджелина Джоли побывала на театральной постановке в Лондоне. Там американская актриса встретилась с фанатом, чей внешний вид удивил бывшую супругу Брэда Питта. Звезда фильма «Малефисента» посетила постановку популярного мюзикла «Дорогой Эван Хэнсон» «Dear Evan Hansen» в Вест-Энде. После спектакля Джоли пообщалась с актерами. Среди них оказался отчаянный поклонник творчества артистки Алекс Томас Смит. Он является актером на подмене и в тот день не участвовал в постановке. Для парня эта встреча была особенно волнующей. Алекс показал Анджелине свое плечо. На нем в виде татуировки был изображен портрет Джоли с сигаретой в зубах. Актриса пришла от увиденного в восторг. Она расписалась на руке под татуировкой и сделала несколько снимков с Алексом. Эмоциями от встречи Смит поделился со своими поклонниками. «Прекрасная Анджелина Джоли пришла на дорогого Эвана Хэнсона. Я показал ей свою татуировку, и она ей понравилась. Она подписала ее, поцеловала меня и сказала, что вернется, чтобы посмотреть на мое исполнение роли Эвана. Я никак не отойду от этого», — заявил взволнованный юноша. Поклонники предложили парню набить на втором плече автограф актрисы, пока тот еще не стерся. Алекс согласился. Теперь у него в планах впечатлить Анджелину игрой на сцене и новой татуировкой при следующей встрече. Ранее Анджелина Джоли завела роман с молодой актрисой. Мать ее бывшего мужа заявила, что актриса его беспощадно оклеветала. Сам Брэд Питт признал ошибкой брак с артисткой.